Добрый день, меня зовут Газиньяна. Как вы уже все знаете и все помните, кто смотрит сейчас это видео, он, конечно же, со мной познакомился. Я напоминаю, я устроила свой ник на YouTube. Недавно. Я подписана Яна Газин. Если чего, заходите. Тут есть очень разные видео. Видео с веб-камеры, интервью, ну и прочее. Но сегодня я создаю свое видео о том, как сделать свое слайд-шоу на своем компьютере. Очень просто. Может, уже все знают о том, как создавать, но новички, которым уже недавно купили компьютер, может об этом не знать. Потому и если вы смотрите мое видео, следуйте инструкциям. Я покажу сейчас с экрана. Мы заходим в пуск. Берем все программы. И заходим во всех программах Windows Movie Maker. Нажимаем. Сейчас с этих картинок. Сейчас я их удалю. Извиняюсь. Удалить. Сейчас я их удалю и загружу новые картинки. Для того, чтобы загрузить новые картинки, нам понадобится импорт изображений. Мы выбираем папочку, которая нам нужна, и фотки, которые нам нужны тоже. Я выбираю фотки, которые мне нужны. Например, вот так. Никак не могу попасть. Пусть будет вот так. Вот у нас и появился импорт изображений. Он у вас загружается. Основная часть этого зайти в пуск и нажать Movie Maker. Дальше тут есть инструкция. Вот в этой панели вы увидите инструкцию. И перетащить фотографии нужно вот сюда. Чтобы нам было легче перетащивать, мы удерживаем левую кнопку мыши и перетащиваем нижнюю строку. У нас загружается фото. И дальше мы загружаем остальные фотки. У нас они тоже загружаются. Вот у вас будут, и также у вас будут вот тут видео, фото ваше показывать. Если вы хотите просмотр видео, если вы хотите какие-то эффекты на ваши фотографии, вы выбираете вторую рубрику «Монтаж фильма». И выбираете просмотр видеоэффектов. Видеоэффекты будут... Вам нужно видеоэффект вставить фотографию в заднюю часть, там, где будет нарисована звездочка. Также, если вы наведете курсором на нее, будет написано «Перетащите сюда видеоэффект, чтобы добавить его в видеоклип». Например, тут есть много видеоэффектов. Я беру
и вставляю видеоэффект. Тут можно, как я уже сказала, несколько видеоэффектов. Лучше несколько, потому что, ну, всякие штучки, это будет классно для вашего слайд-шоу. Ну, как же слайд-шоу без переходов? Это, надеюсь, невозможно. Какие вам фотографии не нравятся, вы нажимаете правую кнопку мыши и удалить. Если вы хотите какой-то слайд-шоу, ну, переход сделать, вы нажимаете на квадратик следующей фотографии. Вот, что у нас вышло. Создание названий титров. Если вы хотите создать название титров, ну, это также получается, как название в начале фильма, клипа своего. Вот я свой клип назову «Школа». Не «Школа», а «Моя семья». «Моя семья». Если вы хотите изменить вашу, как бы, фон ваш и анимацию, название или шрифт и цвет текста, допустим, анимацию и название, я беру и вот полет внутри влево вверх або машинописный или серпантин. Я называю серпантин. И изменить цвет цвет и текст. Цвет текста вообще. Допустим, я хочу, чтобы был фиолетовый текст. Вы нажимаете на изменить цвет фона и все. Выбираете, какой вы хотите шрифт. Ведь он может быть разный. Вот такой, например. Вот так. Вот так. Если вы завершили, назвать готово и добавить. Вот так. Ну и как же это видео без музыки? Берем импорт запись, импорт звука или музыки. Я беру и импортирую музыку. Музыка на самом верху. Мы берем отображение шкалы времени. Вот так и вставляем нашу музыку. И смотрим так, чтобы хватило на всю вашу презентацию. Да. Можно ее укоротить, эту музыку. Вот я укоротила. Все. Ну теперь, конечно же, смотрим наше видео. Что у нас вышло?
Ну и конечно, мы нам сохраним патный. Или что очень и понравится. Папа, все были бы в пьяной казни.